Ну, а у нас уже в гостях Ирина Зноба, это режиссер, а также актеры театра сказок ДК «Нефтехимик». Здравствуйте. 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 Мы знаем, что у вас 14 февраля состоится очень важная дата. Расскажите, пожалуйста, что за дата и что отмечаете? Лиса, отвечай. Театр сказок родился 15 февраля 1991 года. Но 14-е – это наш любимый традиционный день – воскресенье. И все воскресенья на протяжении всех 30 лет в 12 часов мы встречаем наших любимых зрителей – и взрослых, и маленьких. И сегодня к нам приходят уже, я не знаю, какие дальние поколения, приходят сами, приводят своих детей и даже внуков. 30 лет 14 февраля в 12 часов встречает юбилей театр сказок. Самый сказочный из театров. Баба-Яга внесет свои коррективы. Нет, смотрите, для 30 лет я хорошо выгляжу. Очень. Вот, ты сказала, что в 91 году, именно в феврале, 15 февраля мы сыграли первый спектакль. Поэтому день рождения у нас 15 февраля. А 14 совпало с воскресеньем. Ну ничего страшного, если мы чуть раньше сыграем премьеру сказки, и зрители к нам придут, ангарчане, на наш юбилей. Я, конечно, не 30 лет в театре, да, но меня позвали, и я считаю это великим счастьем, валять дурака. Потому что вообще, ну это знаменитая же фраза, да? Да. Поэтому мы вот действительно валяем дурака, мы остаемся детьми, потому что мы все из рода детства, мы все живем этим детством, а на нас взрослая жизнь накладывает такие отпечатки, штампы. Вот, вот как раз театр сказок не дает нам заштамповаться. Выходишь на сцену и вот просто балуешься, играешь и забываешь о том, что у тебя артрит. Ирина Александровна, хотела сказать, что у вас нет никакой дискриминации в коллективе. Вижу, что и мужчины присутствуют, поэтому... У нас много, между прочим. Да? Да. Маловато, конечно, как обычно в нашей стране. Но зато какие я. Андрей, он у нас дед, это у него амплуа. Но несмотря ни на что, он молодой артист. Он танцор, он плясун, он... Ой, Андрюшка, ты просто чудо. Профи, профи. Он работает на Ангарской нефтехимической компании. Андрюха, кем ты работаешь? Давай. Оператор технологических установок. Вот так вот. Вот так вот, знаете. Совмещаете приятное с полезным, значит? Ой, что? Да получилось так, что я протанцевал очень долго в багульнике. А когда уже так, как говорится, уже по возрасту ушел, Ирина Александровна меня пригласила в театр. И я как-то... С удовольствием пошел. И не жалею. Да тут ты отпуск даже берешь специально. Да, отпуск беру, особенно новогодние сказки, чтобы для детей. Ну и хорошо, что на работе идут мне навстречу. Вы помните самую первую постановку, которая была? И что это было? Помните? А то. Еще бы. Расскажите. Еще бы. А до, предваряя ответ на ваш вопрос, хотела бы сказать, что 91 год, это же 90-е. Да. Лихие 90-е начало. И почему вдруг образовался театр сказок во Дворце культуры «Нефтехимик»? Вот, так вот, первая сказка была «День рождения кота Леопольда». И мы его играли лет 20-25, пока нам не стали малые костюмы. Поскольку мы же взрослеем, растем. Если надо, мы сыграем. Да. Легко. Вот я как раз пришла именно вот в этот спектакль, потому что, видимо, кто-то вырос из костюмов. И вы пришли на замену. Да, я пришла на замену. Слушайте, а вот сколько было у вас в начале, когда вы создавались актеров, и сколько на сегодняшний день? Ой, вы знаете, по-моему, труппа та же самая. Та же самая. Можно, мы когда какие-то сказки ставим, нам не хватает, мы приглашаем. И они уже становятся нашими артистами. Если где-то что-то мы... То есть она у нас такая подвижная. Но основной костяк человек 15 есть. 15 есть. Да, есть. Слушайте, ну поколения меняются. И сейчас молодежь очень такая. Вся в технологиях, в телефонах. Вы как-то используете фишечки, чтобы привлечь современную молодежь? У нас есть Инстаграм, у нас Контакт, Одноклассники, у нас соцсеть, Ютуб. Сейчас мы зашли на Фейсбук, и ТикТок у нас есть, то есть мы используем все сети для того, чтобы нас о себе рассказать. Слушайте, какие-то у вас, может быть, запланированы на ваш юбилей события, какое-то что-то, может быть, постановка, кто на нее прийти, может, в общем, рассказывайте. Так, значит, наш день рождения мы приурочились к премьере сказки. То есть в день рождения 14 будет, у нас будет премьера сказки «Вот это семечко».
А герои всем известные, Лунтик, Мила, Кузя, то есть это герои мультфильма. Угу. Мы же идем в ногу с молодежью, угу. с детьми, и с той молодежью, которая является мамами этих детей. Ну да. Вот. Поэтому герои очень известны, а потом в конце мы приглашаем всех наших артистов, они выходят в герои, в любимых костюмах своих героев, говорят какие-то интересные любимые фразы, и звучит наше... То есть в конце мы сделаем праздничный такой торт, вот так вот. Из актеров. Из актеров, ну я надеюсь, нам администрация подарит тортик. Видимо, сейчас было подписано. Только что подписано было. Никуда не отмажешься. Народ смотрит. Слушайте, ну вы же неспроста пришли в костюмах. Да. Вы нам что-то подготовили. Давайте продемонстрируйте. Прелесть, праздник на пороге. Натерли щечки мы с тобой с утра. Точили когти, дважды мыли ноги. Теперь гостей нам ждать уже пора. Ко мне спешит кикимора повеса на шоу-бал 2000-й мисс Леса. О, как я жажду славы и подарков, ведь стала я главнейшей в мире мисс. От счастья сердце бьется, словно мячик. Нет, как мышонок, вкусненький такой. Мы все зверей сегодня одурачим, и словно погуляем мы с тобой. Стоят стеной мои вставные зубки, и серебром расшиты мои юбки. Как улыбнусь и зубками блесну я, и сам Кощей от зависти помрет.